Нет, послушай, я считаю, что никто не пройдет, звучит не слишком грозно, да. Как тебе? Иди на свой страх и риск. На свой страх это не угроза, а полезный совет. Нет, здесь есть намек на последствия. Если пройдешь, последствия очень страшные. Да нет! А, воздушный шар! Никто не пройдет! Иди на свой страх и риск! Что ты сказал? Привет! Удачи, ребята! Видно, воздушные шары не понимают угроз. Ты сказал страх. Что, прости? Ты сказал страх. Зачем, что это страшно? Блеск, мне кажется, мы заблудились. Надо остановиться и спросить кого-нибудь. Ладно, трусишка, я сама. Вот кто нам поможет. Прошу прощения. Вы не знаете, как отсюда выбраться? А, ну, извините. Вперед, Блеск. А, простите, из леса нам налево или направо? То есть вы не в курсе? Ах, очень жаль. А, здравствуйте, мадам. Простите, пожалуйста, вы не знаете, как нам выбраться из этого леса? Так-так, понятно. Между деревьями от камня налево и резко направо вдоль ручья. Теперь мне стало все понятно. Итак, Блеск, вперед! Благодарю вас, мадам! Да, Блеск, ты прав. Надо было сразу обратиться к паутине. Молодчина, ферм! Давай, Мосс, твоя очередь. Теперь ты, Скитер. Давай, Скитер, все получится. Серебрянка!
Серебрянка, ты не видела день? Я нет. А вы, ребята, день-день не видели? Где она может быть? Notice bubble? Nothing up my sleeves? Amazing! Is this your card? It is, Clanky! It is! And now, I will pull a bunny out of the basket of mystery. Ooh. Oh! Fantastic! A bunny in a crow costume! Итак, ребята, прошлый раз был ничего, но, думаю, мы можем лучше, если вдохнем полной грудью. Готовы? Фауна! Ты не видела Динь-Динь? Нет, Розетта, не видела. Занималась все утро с лягушками. Лиззи! Ты правда занималась? Элизабет! Пора обедать, милая! Там люди! О, а где же Динь-Динь? Тихо, спокойно, сыр. Так что там с Динь-Динь? Динь-Динь встала. Она устала? Упала? Динь-Динь пропала! Динь-Динь пропала? А мне никто ничего не сказал. Сыр, еще немного. Привет, Види! Вот я нашла. Он милый, да? Игрушечный человек. Интересно. Точно. Он стоял рядом с домом людей. Может быть, ты не слыхала? Люди очень опасны. Ай, Види, люди, возможно. Но что опасного в этом милом, странном человечке? Ой-ой-ой. Эй, сыр, слезай с меня!
незапамятных времен все феи долины соревнуются за победу в турнире «Долины фей». Участвует много гильдий, но победит лишь одна. Турнир начинается! Эй, ребята, он начнется не сегодня. Как? Но уже очень скоро. Очень скоро! Турнир «Долины фей». Итак, друзья, все просто. Кто просидит 8 секунд на лягушке, участвует в турнире. Кто первый? Готов! Ух ты! Следующий! Я смогу! Я смог! Смельчак? Держись крепче. А? Ой, моя нога! Давай, Смельчак! Ты молодец! Смельчак, ты как? Готов к серьезным тренировкам? The Pixie Hollow Games. Рассказать, как я готовлюсь к турниру. Жестко! Не стой на пути. Во мне нет жалости. Ошибся? Ну ладно, может быть, есть немного. Совсем чуточку жалости. То есть не уйма жалости, а капелька. Как я готовлюсь к турниру «Долины фей»? И скорости звука. Вот как я готовлюсь. The Pixie Hollow Games. Vidya, do you really need to practice for the Pixie Hollow Games right here? Oh, come on, Tink. I'm in it to win it. Как смастерить снеговика? Как только выпадает снег, он становится любимым символом зимы. Да, это лучшие ее друзья. Улыбчивые ребята – снеговики. Кажется, у меня ничего не получается. А, не грусти, Клэмки. Посмотри на зимних фей. Да, попробуй еще. И главное, вложи в это всего себя. Верно. Начну все сначала. Чтобы скатать большой ком,
Надо сделать маленький комочек и начать аккуратно катать его по снегу. Пока ком катится, он постепенно растет в диаметре. Не сильно толкайте, я качусь первый раз. Затем надо скатать второй ком поменьше, который будет торсом. Живее, капуши! Так, левой, правой, кажется, получается. И у меня. А теперь надо смастерить третью сферу, или голову, с приятным выражением лица, чтобы показать веселый нрав снеговика. Прячься, кто может! Когда скатаны три кома, аккуратно ставьте их один на другой в нужном порядке. Пару-тройку деталей, и ваш снеговик готов. Я сделал, как ты сказала. Я вложил в него всего себя. Как вести бой снежками? Ой, снежинка! Такая красивая! А! Как больно! Поздравляю! Вас только что вызвали на бой снежками. О, зимние феи хотят сыграть. В знак согласия осторожно бросьте снежок в ответ. Возможен кроткий ответ в виде залпа. Бой снежками – занятие творческое, без четких правил. Биться с зимними феями на снежках? Мы точно продуем! Есть план! Прикрой меня! Так точно! Эта игра благотворна и полезна для здоровья. Люблю запах снежков по утрам. Нам их не победить! Только не перестанут! Я готовлюсь! Не удалось победить? Не грустите. Проигрыш – это не страшно. Можете пригласить соперника на чашку горячего шоколада. Переборщила! Это лучший бой на снежках! Ура! Второй раунд! Как кататься на коньках? Во время катания вам придется балансировать на узких лезвиях. Когда на льду эксперт, кажется, что это просто. Но это не так. У зимних фей все так легко выходит. Ты не ушиблась, милая? Ой, фея Мэри, встанете с нами? Ой, пойду сделаю пару кругов. Осторожно, это очень непросто. Ох, мне ли не знать. Да, новичку лучше начать с основных, самых простых движений. Я сказал самых простых. Ну хорошо, беговой шаг, но не более того. Звон, перезвон. Ладно. Возможно, это не первый ваш пируэт на льду. Но непрофессионалу не следует делать четверной аксель, тулуп, сальхов. А это вообще непонятно что. Подумать только, вращение, наклон, винт. Какая комбинация. Невероятно. Вот примерно так катаются на коньках. Фея Мэри, это было прекрасно! О, я только разогревалась. Та-дам! Listen up, jumpsters. Coach Vaughn here to whip you into shape for the Pixie Hollow Games. We need a few good frogs, and you're the best of the best. We chose you because you care about one thing and one thing only. Winning. And we don't want a repeat of last year's stink bug incident. So I'm counting on you to be mature. More than any other frogs in Pixie Hollow, you all have discipline. Discipline.
I think I've made my point. Are we clear? Ugh. At ease, men. At ease. Водишь фауна? Видия! Ты водишь? Сначала поймай меня! Фауна, ты цела? Фауна? Теперь ты водишь! 2, 23, 24, 25 Я иду искать! Значит, надо с ним подружиться. А сейчас надо постараться не шуметь. Как ты меня нашла? Выходи! Ну вот! У нас почти получилось! Молодец, поздравляю! Подай мне руку. Не знаю, как вы, девочки, но я проголодалась. Да, уже поздно. Нам ни за что не найти день. Ну ладно, идем ужинать. Я выиграла! А что у нас на ужин? Свободен. Вперед! Дорогу феи цветов! Смотрите! Теперь я! Ух ты! Как это здорово! Вы видели, как быстро я катилась? Я бы так целый день как... Что это с моей радугой? С радугой? Успокойтесь, успокойтесь. Итак, после того, как мы все обсудили, кто пойдет первым? Никто? Отлично! Готов, малыш? Начинаем! Я ловлю! Теперь я! Ой... Кто следующий? Привет, Розетта! А у меня есть прохладный ветерок. Спасибо, милая. Эй, серебрянка! Здорово выглядишь! Ты лучше всех! А, Видия, пойдешь с нами на пляж? Конечно, День. А можно я понесу зонтик? Ладно, мы скоро придем.
Ура! Это будет так примиленько! Какой ужасный был сон! Эй, Види, пойдешь с нами на пляж? На пляж? Ладно, только ты понесешь мой зонт. Это будет так примиленько! Доброе утро! Я смотрю, глаза у всех горят, а кое-у-кого и хвост трубой. Мой новый предмет называется цветы. Не только для садовых фей. Сегодня мы научимся выращивать золотос. Особый цветок, выведенный здесь, в нашей с вами долине, в результате тщательной культивации. Для начала нам понадобятся семена. Разрыхляйте почву, сажайте зерно. Золотосы очень любят тень, воду и удобрения. Ну что, класс, готовы посадить зерна? Ну что, класс, теорию вы знаете. Начинаем сажать золотосы. Не так уж трудно быть учителем. Розетта, у меня получается? Лучше не бывает, Фауна. Легко быть учителем. Итак, класс, у нас осталось только одно семя золотоса. В этот раз надо очень постараться. Давай, Дин! Как легко выращивать цветы, когда мы все действуем сообща. Всем привет! Смотрите, что у нас есть! Урок закончен. Горячая ванна после такого насыщенного дня – это то, что надо. Температура идеальная, Эридесса. Какой нежный аромат, Розетта. Молодец, Видия. Ах, ничто так не скрасит наш вечерний спа, как цветочный чай. Я его обожаю. Он нам поможет расслабиться. Девочки! Смотрите, какую мы нашли классную ванночку. Слушайте, а давайте себе такие сделаем. И что это такое, Дин? Это крыломойка. Представьте, больше не нужно чистить друг другу крылышки. Вот. Выглядит пугающе. Эридесса! Это просто волшебно! Смотрите, как сияют мои крылышки! Какие чудесные!
работать. Да. That jar of pixie dust is secure. If anything were... Relax, Iridessa. We've got a smooth road and your moonbeam to light the way. Sure, but Terrence was very clear This pixie dust carrier is the pinnacle of my tinkering. It'll keep the dust locked up good and tight. This dust isn't going anywhere except where we take it. Get the net again. Tinkerbell, these fall colors for the leaves are just wonderful. Yeah, nice and bright too. Where's the red? Oh, she's right. Can't have fall without red after all. Okay. Oh, I must say, that is absolutely breathtaking. But it's not what I'm looking for. Oh. Maybe if you added some blue. Good idea. Is that even a color? I got it. Ladybug with a hint of squirrel. I'm partial to watercolor. Oh, 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 and a bit of rose and cherry blossom. But make it red. Honeycomb cakes, get your fresh honeycomb cakes here. Honeycomb man. Honeycomb cakes here. On my way. Let's go. Honeycomb cakes, my favorite. Tink! Tink! There's honeycomb cake! Now hurry up! We're gonna miss it! Oh! Fawn! There you are! You missed the cake! Good thing I grabbed one for you. I got you one. So did I. Me too! How to ride a toboggan. On a winter's day, there are few things more pleasant than a nice, gentle toboggan ride with friends. Thanks, Winter Fairies, for inviting us to ride one of your, thingies. Have fun! See you at the bottom! Of course, the novice tobogganer should stick with more moderate, gentle slopes at first. Too steep! Way too steep! Guys? What? What is it? As you calmly coast, simply relax and enjoy the ride. When riding a toboggan, it is important to always face forward. And for your own safety, you must remain seated at all times. To stop your toboggan, simply apply pressure by placing your feet gently to the ground.
And thus, you might pause to take in the beautiful winter scenery. Toboggans are not designed for extreme winter sporting. But for the rider who takes it nice and slow, tobogganing is sure to bring nothing but smiles. Congratulations! You've safely completed your maiden voyage. Huh? We made it down? Made it down? You're only halfway. Halfway? Oh, there's one, my dear. Wow, she was bright. It's quite bright, actually. Look, there goes another. She's a fast fairy, that one. What? Fairy? Did you say fairy? Why, of course, Father. They jump off the clouds, you see, and fly ever so fast through the night sky. I can just see them now. They're laughing and taking turns diving off. One says, "My turn." And she takes a running leap and dives. They all clap in approval. Oh, Lizzie, a shooting star is merely a bit of rock, not fairies. Oh, no, Father, that's silly. They are fairies, all right. And they're here all around us right now. Hundreds of them. And maybe more. My, my, you do have quite the imagination, my dear. And I hope you never lose it. More delicious than honeysuckle tea is this beautiful day at Peg Leg Point. Hey, does anyone know why they call this place Peg Leg Point? Arg. Arg? Arg. You know, pirates. Arg. Ooh! Arg! Arg? Arg! 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 I don't do pirate. Hey, guys! Look what I found on the beach! Arg! 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 Not doing it! Arg! 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 Still no! Arg! Arg! Enough! Arg! Trust me, Vidya, you will not regret looking for lost things with me. Oh, yes. That's exactly why I wanted to come to the beach. Totally. Pirate treasure! No way! I wonder if there's more. Hey, Vidya, help me look. Sure thing, Tink. I'll get right on. Oh, wow! Holler if you find anything! Really sharp. Pirate treasure's not gonna hurt ya. You don't know that, Tink! There you go, Crocky. You'll be back splashing around with your float in no time. His what now? His float. That's what you call a group of crocodiles. Animal groups have all kinds of fun names. Really? Like, what else? Aha! I'm glad you asked. Well,
Geese live in a gaggle and coyotes in a pack. And a group of jellyfishes called a smack. Here's a rookery of seals and an army made of ants. By the seashore you can find a gulp of cormorants. Zeal of zebras, hover of crows. Lions are prides, as everyone knows. They're quivers of cobras and shivers of sharks. And an exultation is a group of larks. Wow, she really rehearsed this. You've got prickles full of porcupines, consortiums of crabs, and a loveliness of ladybusters looks so fab. A kaleidoscope of butterflies, a scurry full of squirrels, and this float of hippopotami are happy girls. Circus of puffins, geese of raccoons, stand-up flamingos, troop of baboons. A group of bugs becomes a clash, but rhinoceros can make an even bigger crash. Now, here's the one and only Never Beast. Never Beast? Never Beast? Never mind. Tell you later. So, kangaroos can form a mob, iguanas are a mess, even friendly ravens are an unkindness, goldfish are a troubling, pandas are embarrassments, but a wise bunch of owls form a parliament, shrewdness of apes and mischief of rats, business affairs and cauldron of bats, and although it's strange credulity, these wildebeests are an impossibility! What were hippos again? Disney's Tinkerbell and the Legend of the Never Beast, coming soon to Blu-ray and digital, rated G.